Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Небо в Тыве окрасилось в мутно-оранжевый цвет. Люди задыхаются из-за лесных пожаров. В регионе уже третий раз за лето вводят режим чрезвычайной ситуации. По данным региональной диспетчерской службы, в регионе действует 32 лесных пожара на общей площади 2849 гектаров. В Тандинском районе лес горит в нескольких километрах от жилых домов. В тушении участвуют 469 человек и 60 единиц техники, в том числе авиация. Пожары начались из-за сухой травы и жаркой погоды. Это заставило эвакуировать детей из лагерей Чагатай, Орленок и Байкал. Это около 500 школьников. На автобусах их увозят в столицу республики Кызыл. На вершине горы Машук в Пятигорске прошел небольшой торнадо. Его удалось снять на видео. Природное явление удивило не только туристов, но и местных жителей. В США в округах Нью-Хейвен и Фэрфилд в штате Коннектикут объявили чрезвычайную ситуацию в связи с внезапным наводнением. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Национальную метеорологическую службу. Стихия затронула города Уотербери, Денбери и Фэрфилд. Отмечается, что в регионах сейчас работают спасатели. Представитель Национальной метеорологической службы заявил, что в воскресенье на юго-западе Коннектикута выпало около 254 мм осадков в течение примерно 6-9 часов. Подобного в регионе не происходило порядка 200 лет. Помимо этого наводнение затронуло города Оксфорд, Сеймор и Чешир. В регионах выпало от 50 до 150 мм осадков. Управление по чрезвычайным ситуациям сообщает о нескольких оползнях в регионе, многочисленных размытых дорогах и мостах, а также разлившихся реках из центрального округа Фэрфилд в северный округ Нью-Хейвен. Сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям ведется оценка целостности нескольких дамб в пострадавших округах. Wow. This is insane. Looney Tunes insane. Сильные грозы пронеслись по большому Торонто, принеся рекордное количество осадков, и это привело к многочисленным наводнениям и разрушениям. За несколько часов выпало 78 мм осадков. С 1991 по 2020 год в августе в Торонто-Пирсон обычно выпадает 68,5 мм осадков, то есть за один день выпала месячная норма. Сообщений о физических травмах не поступало, однако был зафиксирован серьезный ущерб магазину бытовой техники на северной окраине муниципалитета, расположенного примерно в 17 километрах к западу от Кембриджа. Также затопило дождем дороги в Миссисоге. На некоторых из них транспортные средства полностью ушли под воду. Полиция региона Пил предупредила об опасных условиях. В частности, на Редбан Роуд Вест около Элора Драйв произошло сильное наводнение, и восточные полосы от перекрестка пришлось перекрыть. Ушла под воду и часть дорог на перекрестке Мэйвис Роуд и Лафайет Драйв, что также привело к перекрытию участка. Пожарным пришлось спасать около десятка человек из бушующей воды,
которая заблокировала автомобилистов и пешеходов на Квин Фредерика Драйв и Дандас Стрит. Власти призвали жителей избегать этих районов. Десятки жителей города Фронтиньян на юго-западе Франции были эвакуированы в воскресенье из-за лесных пожаров, охвативших близлежащий сосновый лес. Местные органы гражданской безопасности сообщили, что для локализации пожара были задействованы в общей сложности 600 пожарных, 11 водометов и 2 вертолета. Пожар, который уже уничтожил 300 гектаров земли, вспыхнул недалеко от шоссе А9 от Монпелье до испанской границы, но распространяется вглубь страны к горам Гардиоля. Жители домов у их подножия были эвакуированы. В городе с населением 24 тысячи человек около 18 часов по местному времени был введен в действие местный план реагирования в чрезвычайных ситуациях. Улицы города были перекрыты для движения транспорта, чтобы пожарные и правоохранительные органы могли работать более бесперебойно. Эвакуированных разместили в спортзале. По словам мэрии, пожарным, чтобы справиться с огнем, пришлось даже опустошить бассейны частных домовладельцев. Гроза со шквалом обрушились вчера на китайский город Чэнду в провинции Сычуань. Сильные порывы ветра привели к падению рекламных щитов и деревьев, а также вызвали повреждения крыш нескольких зданий. В результате падения деревьев пострадали несколько человек, а также были повреждены линии электропередачи. Наводнение из-за сильных дождей произошло в итальянской коммуне Петильяно в провинции Грозета. Хлынувшие потоки воды затопили улицы города, местами превращаясь в бурные реки и водопады. Шторм прошел в Рентыны, в Ольштинском повяте, на севере Польши. Поднявшиеся волны с сильным ветром все норовили опрокинуть привязанные лодки. Жители Польши удивлены молчанием экологов после массового мора рыбы в Дзержно-Дуже. Согласно предварительным данным, мор произошел из-за токсичных выбросов военного завода. Компания специализируется на производстве и модернизации бронетехники. В 2023 году
Здесь открылся центр технического обслуживания и ремонта танков. Власти ситуацию никак не комментируют. Там еще живе. Я пиздец. Давайте, что тут сидит. Слушай, что тут? Амуре огромные, пачи на стен, тем карп. Что есть? Пачи, карп, я пиздец. Давайте этого щупака там. Я там не дойду, ты сбоку может дойду. Живем тут, в тих-тих. Пачи. Пачи, как щупак. Не знаю, или может медь, но, напевно, ма понад метр. Карп є такий. Такий. І таких купек. І таких купек маємо тут. Тут менша купка. Виброс пепла произошел на вулкане Эбека на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Столб пепла достиг высоты 2 километра. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 километров. Эбека расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана 1156 метров. В регионе действует оранжевый цветовой код опасности для местной авиации. Землетрясение магнитудой 5 произошло в префектуре Ибараки в 0 часов 50 минут по местному времени. Очаг залегал на глубине 35 километров. Эпицентр располагался в 19 километрах от Хитати. Подземные толчки ощущались в ряде районов Японии, как небольшая тряска. О повреждениях не сообщается. Спасибо за просмотр. И до завтра на нашем канале.